talk, swipe the fuck, and all that junk. Back the fuck, freak the fuck, hype the fuck, swipe the fuck, and all that junk. Așează mingea, vine șutul și de nou parada lui Kovalev. Ce meci face portarul de numai 18 ani. Bobrov ajunge în careu în fața golului. Bobrov și paradă de zile mari a lui Maxim Kovalev. Ce zi prinde puștul din poarta lui Zimbru. Doi dintre aceștia, balon recentrat, ocazie mare și din nou providențial portarul Maxim. Максим, во-первых, поздравляю тебя с дебютом в национальной дивизии. Это твой был первый матч за первую команду нашего клуба и первый матч на профессиональном уровне. Какие эмоции у тебя? Спасибо за поздравления. Эмоции самые положительные. Ну, и ложка дегтя тоже есть, потому что результат получился не совсем удачный для нас. А так начиналось все достаточно нервозно, потому что первая игра. А так, в общем, доволен дебютом. Ты спас команду несколько раз в первом тайме, потом забили гол, но, к сожалению, команда пропустила гол на последних минутах и только ничья. Что случилось? Почему не удалось сохранить победный результат или, может быть, забить больше? Ну, в первую очередь, наверное, отсутствие концентрации до последней минуты, потому что разбирали определенные моменты, и где-то кто-то не добежал, но это уже в команде разберем и сделаем анализ. Надеюсь, что в дальнейшем это не повторится больше. Твой дебют можно назвать более чем успешным, потому что после этой игры ты был включен в символическую сборную тура, четвертого тура национальной дивизии и назван лучшим игроком тура по версии одного из спортивных сайтов. Какова была твоя реакция, когда узнал об этом? Был удивлен, но надеюсь, что это заслужено. Кстати, выходя на первый матч против «Динамо Авто», как себя мотивировал и как справлялся с волнением, потому что наверняка оно присутствовало? Волнение было очень сильное, но перед игрой с отцом поговорил, поддержал, говорит, спокойней. Но на поле вышел, конечно, спокойно не было. Но с каждой передачей, с каждым удачным действием уверенность приходила, и так и получилось. В дальнейшем в результате рад, что помог. Не получилось выручить до конца в последнем моменте, но, в принципе, игрой доволен. А какая мотивация у коллектива? Как ребята чувствуют друг с другом отношения, то есть к матчу, к работе и с пониманием того, что, наверное, будет еще сложнее, потому что Милсами сейчас на ходу обыграл Шериф, и тем более играем у них дома. В команде все настраиваются только на победу, потому что мы набрали только одно очко. Но я надеюсь, что это одно очко нам даст толчок вверх, и мы достигнем нужного нам результата, то есть победы. Ну и в дальнейшем, сейчас думаем только о Милсами, а в дальнейшем и надо побеждать в кубке. Скоро уже 2 года, как ты здесь в Зимбру, в Молдове, в Кишиневе. Не скучаешь ли по Одессе? И как часто вообще ездишь домой? И на самом деле скучаешь по Одессе, по морю? Ну, по морю скучаю только летом разве что, потому что так, как такового отпуска нету. А так стараюсь домой ездить раз в месяц. Иногда родные приедут сюда. В принципе, я им очень благодарен, то, что они меня поддерживали эти 2 года, потому что без них, наверное, бы ничего и не было. Так что спасибо им. Говоря еще о взаимоотношениях, скажем так, Одессы и Зимбру сейчас, недавно к нашей команде присоединился еще один воспитанник одесского футбола, Миша Тышкул. Как с ним ладить? И знакомы ли были ранее? И легче ли уже, когда есть земляк в команде? Были знакомы так заочно, лично не были знакомы, потому что он, во-первых, старше меня. Мне еще оставалось 4 года в академии, как он уже заканчивал эту академию. Но тут где-то, может, я ему помогаю, где-то он мне помогает, как бы нормально, наладили. Приходилось ли тебе
изъясняться, может быть, рассказывать о своем выборе и объяснять его своим, скажем так, партнерам по команде там в Одессе, то есть своим друзьям, которые там остались. Потому что для них, для украинцев, переезд в нынешний чемпионат Молдовы, это наверняка окажется авантюрой. Если приходилось объясняться, то каким образом ты это аргументировал? У меня был вариант остаться в Одессе, но по стечению всяких обстоятельств, а именно с документами, предложили приехать сюда. Я приехал, сыграл первую игру, опять же таки, в Одессе. Предложили остаться, и мне уже не было что делать. И я был очень рад, что подпустили к первой команде, дали возможность тренироваться с первой командой и дали возможность проявлять себя. Пусть и этот период 2 года, он достаточно долгий для меня. Но с друзьями в Одессе говорил, конечно. Никто толком не знал о этой команде, пока я не приехал сюда. Ну, сейчас, когда дебютировал, уже общался с ними и уже поздравляют, уже следят за выступлениями команды. И спасибо им. Поддерживают тоже. Вопрос по конкуренции во вратарской линии. Вот мы уже понимаем, что после последнего матча, который ты выдержал здорово, понимаем, что эта конкуренция уже реальная, то есть с Микаэлем Мейрой, который последние полгода в команде номер один. Как вы ладите и как относитесь к конкуренции? Ты лично, ты моложе, тебе, может быть, где-то определенно легче, где-то сложнее? Владим отлично, конкуренция она нужна. Если б его не было и предыдущих вратарей не было, с которыми я находился тут, я думаю, я бы не достиг того уровня, который есть сейчас, хотя и он не высок, он, пожалуй, он минимален. Но владим отлично с ним, он мне помогает, я ему помогаю, все нормально. Как работать со Виталием Ивановичем Галатом, который уже вот тоже уже почти год у нас в команде? Нормально стали сейчас, после дебюта стали друг друга лучше понимать, потому что он повлиял непосредственно на выбор, кто сыграет матч с Динамо Авто. Я его не подвел. Какие цели на ближайшее время у тебя личные, командные и... И что можешь сказать еще нашим болельщикам в конце? Командные цели – это выигрывать в каждой игре, потому что необходимо набирать очки, которые мы потеряли в начале. А личные цели, ну, не должны разниться с командными. Помочь команде как можно успешнее выступить в этом сезоне, в том числе и в Кубке Молдовы. А болельщикам что скажу? Ходите на футбол, поддерживайте. С вами нам легче играть. Спасибо вам за последнюю игру. Слышали вашу поддержку. И спасибо вам.